всех пациентов после реабилитации различных, да, после всех операций. И могу сказать, что в Москве в сети «Аптека», я думаю, это можно говорить, да, он находится абсолютно в каждой сети, и когда люди приходят после операции за какими-то восстановительными вещами, они покупают еще и коллаген. После операции, к сожалению, на коллагеневой ткани идет очень быстро. Это во-первых. Во-вторых, если мы не повреждены, и у нас нет там какого-то послеоперативного восстановления, у каждого есть свое больное место. В процессе жизни мы чувствуем, что у кого-то больше болят суставы, да? У кого-то, например, там скрипучие связки, если это касается спортсменов, кто-то просто внешне быстрее начинает стареть. И когда мы начинаем принимать коллаген, он работает в том месте, где активно требуется восстановление. Например, если у человека рано начали стареть суставы, а это происходит обязательно, возрастные артрозы — это нормальное явление, то именно в, скажем, нарушенную выстилку суставной поверхности вещей суставов поступают пептиды коллагена, делая поверхность суставов более гладкими, и мы видим мощный терапевтический эффект. В травматологии пептиды коллаген давно применяется. Если мы говорим, например, про кожу, а это наше все, потому что это красота, это кожа, то регулярный прием коллагена в конце, на фоне приема курса мы видим закрытие болей. Могу сказать абсолютно точно, что мы совсем недавно открыли, он прекрасно работает с возрастными покраснениями кожи. Я бы не назвала это розацией, но мы знаем, что вот есть люди такие альпуковые, да, а есть люди, скажем, с тонкой морщинистой кожей, то есть с немного красноватым оттенком. И когда мы, скажем, взрослеем, вот эта краснота начинает проявляться еще больше. Да? Это вот я могу сказать по себе. Так вот, регулярный прием коллагена помогает бороться с вот этой вот возрастной краснотой кожи. И доказано абсолютно точно, что в процессе долгого приема коллагена прямо она немного уплотняется, кожа становится более плотной, потому что когда мы принимаем коллаген, он помогает вырабатываться нашему собственному коллагену, кроме того, он помогает ему еще правильно укладываться в кожу. Опять-таки, если говорить про преимущества, когда мы придем куда-нибудь там, на выставку или там, в аптеку и попросим коллаген, мы увидим огромное количество его. И могу сказать, что все коллагены, они производятся только из животного сырья. То есть соединительная ткань животных – это сырье для производства коллагена. Наш коллаген российский производится из гребешков и лап кур, которых в России, как известно, куриных фабрик в Москве, в России очень много. И именно когда куры идут на убой, они находятся в фазе максимальной, скажем, зрелости. И именно это качественное коллагеновое сырье молодых животных идет на производство коллагена. В то время как очень часто на производство коллагена идут, скажем, отходы, шкуры, там, хвосты животных, которые уже не такие молодые. А у нас качественное молодое сырье. В процессе производства коллагена используется уникальный цикл, в результате которого из большой молекулы коллагена образуются короткие пептидные цепочки, которые проникают в нашу соединительную ткань, усиляют синтез собственного коллагена. Коллагена была еще улучшена, туда добавили пептиды эластина, и формула стала более рабочая. Более того, она оказывает уникальное влияние на щитовидную железу. Здесь у нас очень коротко показан цикл производства российского коллагена. Это коллагеновое сырье тщательно измельчается, потом идет низкотемпературный длительный гидролиз, и такие фазы производства, как экстракция, центрифугирование, фильтрация и отжим. В российском коллагене отсутствует этап сушки. То есть, когда мы открываем баночку, мы видим там продукт, который называется гидрогель. То есть он в виде геля, и в таком виде пептиды коллагена являются максимально эффективными. Дело в том, что когда очень другие коллагены, они сушатся. Для чего идет процесс сушки? Ну, во-первых, чтобы стал меньше продукт, и его можно экономично более там транспортировать, перевозить. И в процессе сушки очень часто происходит сливание активных пептидных цепочек, и мы получаем не продукт, который воздействует на нашу соединительную ткань, а больше как какой-то продукт, который является источником белка. Я всегда выражаю здоровье меня, моих родителей, моих детей, потому что когда
наши близкие вокруг будут здоровы и счастливы, и царит какая-то благость. Любовь, наверное, это и есть самый большой смысл жизни человека, и тогда иммунистическая программа старения и смерти, про которую говорит известный академик Скулачев, не включается. И мы живем долго и счастливо.